Старт трудовой акции «Разом с батьками» в областном центре дан. Площадка на улице Пронягина, где собрались активисты БРСМ, стала отправной точкой проекта. Акция была запланирована на вечер к 7 часам. Время было выбрано не случайно. Ждали родителей, которые тоже должны были принять участие в проекте. Мы хотим привлечь не только нашу молодежь, но также и семьи. То есть сплотить семьи, как-то может быть, чтобы еще больше контакт находили родители со своими детьми посредством именно каких-то общих занятий. Допустим, если брать на сегодняшнем примере, в городе Бресте мы на Пронягина выбрали такую площадку, где нужно немножко где-то подкрасить, где-то какую-то песочницу привести в порядок. То есть в целом привести именно территорию в порядок, красивый вид, чтобы на ней было приятно играть, чтобы люди, которые в этом дворе живут, чтобы они также смотрели и им было приятно в этом дворе, в этом городе жить. Дружно взяться за дело и обновить детскую площадку – задача, которую поставили для себя активисты. Сделать место, где играют дети, ярче им помог трудовой порыв и энтузиазм. Вооружившись специальным инвентарем, красками и кисточками, волонтеры принялись за дело. Работа шла складно и весело. Волонтеры БРСМ старались навести порядок на всей территории площадки, а помогали им в этом дети и их родители. Детей много проживающих в этом районе, в этих домах двух, поэтому я считаю, что это очень достойная акция для нас, как жителей здесь, этого района. И дети тоже рады, что принимать свое посильное участие в этом. Мы тоже рады. Приятно, что дети не остаются в стороне, оказывают посильное участие в благоустройстве для себя же, для своей игры. Будут очень счастливы видеть плод своей работы. Многие из маленьких участников акции впервые держали кисточку в руках. Они брались за дело бесстрашно и старательно красили все, что им разрешали волонтеры. Не совсем удачно и качественно, но старались как могли. Качели, турники и лавочки стали выглядеть иначе, а детскую песочницу активисты отстроили по-новому. Обустраивая и обновляя детскую площадку, волонтеры вспоминали о своих детских развлечениях. Возле моего дома как таковой площадки не было. Была горка, был какой-то небольшой турничок, где обычно занимались спортом, подтягивали всякое такое. Я часто ходил в другие дворы, где были более благоустроенные площадки, потому что там было банально веселее. Но зато я там нашел гораздо больше друзей, нежели на своей площадке. Площадки сейчас гораздо лучше стали, гораздо больше всяких турников, гораздо больше для детей способов развлечься, банально провести свое время. Благоустройство детской площадки на улице Пронягина – только начало совместной работы. Проект «Разом с батьками» будет продолжен. Волонтеры уже выбрали несколько локаций, где в скором времени они будут благоустраивать места отдыха для детей. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.